На главной площади перед Люберецкой администрацией состоялся региональный этап всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Турнир провели в рамках Кубка губернатора Московской области. Как прошел праздник спорта, расскажут мои коллеги. Перевод на 45 градусов на треху. Бросок самого седьмого номера общит неточно. Соревнования проводят в соответствии с правилами баскетбола 3 на 3. В составе каждой команды по 4 человека. 3 игрока на площадке и 1 в запасе. На самом деле очень понравилось, не ожидал. Думал, что приедем на обычную площадку, а тут прям целый турнир организованный. Ну, атмосфера очень классная. Но тут очень много людей, с которыми мы раньше до этого играли, очень сильные. Так что будем надеяться, что выйдем из группы и продолжим играть. Это соревнование проходит уже второй раз. Первый раз это был в 2021 году, и соревнования были посвящены почетному гражданину Московской области Давиду Яковлевичу Бернину, который также основал «Спартак». И мы рады принимать здесь 201 команду от 33 муниципальных округов. И, в общем-то, мы стараемся поддерживать реноме спортивного округа Московской области. На турнир приехали баскетболисты из Дзержинского, Щелково, Сергиева Посада, Мытищ и других муниципалитетов Подмосковья. Городской округ Люберцы представили 10 команд. За призовые места состязались и девушки, и юноши. Все очень красочно, весело, музыка хорошая, приятная. Очень хочется поиграть побольше. Для нас важно то, что соревнования такого уровня проходят в Люберцах. Люберцы – это территория спорта. Каждый спортсмен продемонстрировал умение использования технических приемов в игре и проверил уровень подготовки на тренажере для тренировки бросков. Станислав Аникин приехал на соревнования из Сергиева Посада. Баскетболом занимается 9 лет. Командный дух и самоуверенность. И не бояться, самое главное. Сейчас 285 сантиметров прыгнул. Ах! Хочу, ну, примерно хотя бы ну, метра три, ну, чтобы ну, сверху закладывать. Всероссийский массовый турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» впервые провели 18 лет назад. В Люберцах он объединил почти 1000 спортсменов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.